Сначала осмотримся в округе. Биотуалет стоит. Зайдем, покакаем. Ой, извините, это не туалет. Я случайно. Ну, издалека просто своеобразный силуэт был. Привет. Пол попросил меня разработать новое оружие, чтобы помочь тебе одолеть Чарльза. А взрывчатки я знаю немало, поэтому мне удалось собрать этот ракетомет. Я уже давно хотел увидеть, как рушится империя Уорна. Так что я безмерно рад поработать над этой малышкой. Раз уж ты здесь, дай мне пару минут, я сниму кое-какие предохранители. Пока я буду тут возиться, почему бы тебе не принести мне ящик ракеты с того бункера, что будет дальше по путям? Ебать, что за ебалдыга, дядь. Выглядит солидно, солидно. Что у нас сверху есть что полутать? Записка. Никто меня не переубедит. Уоррен намеренно заставил нас приехать в эту дыру с семьями, чтобы не было нужды уезжать. Ну и чтобы на материк не просачивались новости о том, что чем он тут занимается. В любом случае, ублюдку место на виселице. Пол попросил меня разработать новое оружие для охотника на монстров. За чьей помощью отправился Юджин? А взрывчатки я знаю немало. Я собрал свой самый мощный ракетомет. Что ж, Уоррен, тебе пизда. Действую наверняка, блять. Я не боюсь этого паровоза. Встречаюсь с ним лицом к лицу. Здорово, дядь. Надо быстро записать свои мысли, пока Уоррен не пронюхал, что я уже у него на хвосте. Итак, моя теория, гражданин Уоррен Вождь. Третий хочет создать целый выводок этих восьмилапых чудищ. Настоящую армию для своих таинственных целей. При расчистке завала они обнаружили целое гнездо этих яиц. Еще нам известно, что они твердые, как алмазы. Черта с два разобьешь. Шахтеры несколько месяцев вытягивали из них энергию с помощью хромовой призмы. Но когда осталось всего три, старина Уоррен остановил их. Он, должно быть, осознал мощь этих штуковин. И вместо того, чтобы защитить нас от них, решил захватить их с помощью, блять, с помощью их весь мир. Я выведу тебя на чистую воду, Уоррен. Грег. Гений. Уровнем бог. Подпись охуенная, мужик. Ты реально уровень бог. Юджин точно обо мне рассказывал, так что представляться нет смысла. Меня зовут Грег, если что. А тебе, наверное, уже сказали, что Уоррен, хозяин шахт, надежно спрятал три яйца монстра. Мы не знаем точно, почему он защищает яйца, но если они вылупятся, то из них появятся такие же монстры, как Чарльз. Чтобы этого не произошло, нужно украсть все три яйца, выманить имя Чарльза, и мы его убьем. Одно из яиц находится в северной шахте. Вот ключ от входа. Ебать, спасибо, дядя. Where is this northern mine here? Идем, получается, вот сюда. Так, Челикс на маяке. Ограбление бункера. Ну, приколдесная игруха для... Ага. Очень приколдесная игруха для инди-проекта. Мне нравится. Сложно назвать ее супер-ультра-хоррором, конечно. Конечно, сложно назвать. Такая чисто мистика небольшого характера, назовем ее так. Так, бездумно тыкать не будем, потому что нечем. Так бы так и тыкнул. Угу. Самое время бездумно тыкнуть. Основное задание завершено. Чтобы завершить задание, вернитесь к Клэр. Мне нравится, мне понравилось. Охуенно. Вы, блядь, в курсе вообще, что у вас стример гений, пиздец? Не иначе. Если починим маяк, кораблям будет легче нас заметить. Вот тебе обещанный хлам. А, да? Мы вроде... Ну ладно, в целом, я не против. Наблюдение за океаном, день 68. Прошу отправить копию Полу. Я, как обычно, вышел проветрить... Ой, в смысле проветрить маяк, блядь. Ебать, она свой маяк пошла проветривать, прикинь, что у нее такой нахуй здоровенный маяк, блядь, что его только проветривать и выходить. Я, как обычно, вышел проверить маяк. Повернув за угол, я увидел этого монстра, Чарльза. Он тоже меня заметил и бросился в мою сторону вверх по холму. Какой же он мерзкий, этот паук-поезд. Я не понимаю, зачем Уоррен заставляет нас оставаться на Аренеаруме, вместо того, чтобы сбежать от этого чудовища подальше. Я считаю, Уоррен сошел с ума, раз планирует справиться совсем в одиночку. Короче говоря, Чарльз на меня наехал и сломал мне ногу. У меня, в смысле, я не могу пойти на следующее собрание, поэтому попросила Грега принести заметки с вашей встречи. Так, а ты мне никакого задания не давал. Скидываемся отсюда. Нихуя себе скинулся, проверяя минус хп. Так, хорошо. Опа, спиздил взрывчик.
Динамит с часовым механизмом. Бесхозная связка динамита с таймером может пригодиться для чего-то поблизости. Хорошо. Ебать! Ебать, ХП! Ладно. Ладно. Ракетомет, испытание боеприпасов. Образец 1, ошибка 2, ошибка 3. Пролетел 13 секунд. 4. Успешно. 101 единица хлама. Нихуя себе. Уф. Speed Demon, you know? Ну все, у меня чисто... А, стоп. Погоди. Ограбление бункера, оружие. Так мне нужно тогда теперь вернуться к этому Челиксу. Ракетомет в полной боевой готовности. Что с ним делать? Решать тебе. А, да. Береги его. Как закончишь, надо будет кое-кому наведаться с ним в гости. Если ты понимаешь, о чем я. Я ебать понимаю, о чем ты. О чем ты? Подожди. Ибо маяк заработал. А о чем он? Непонятно, да? Так, снизу справа у нас челов больше не имеется. Вот к этому приехать надо. Ой, ой-ой-ой, не нахуй. Не буду я так делать больше. Опасно это. Так, мы едем назад или вперде? Мы едем вперде. Speed Demon. На полной скорости. Влетаем просто в эту вечериночку. Чел, блять. Что-то... Это удобно делать, когда его он не рядом. Это было серьезно. Фактически фул хп снес. А чё, а в смысле, я шо, ебло, блядь? Мне ж туда и надо было ехать, Сергей, что ты делаешь? Всё как не родной. Повнимательнее, повнимательнее надо, Сергей. Я еду сейчас... О! Погоди-ка, нахуй. А давайте-ка... В храм сгоняем, посмотрим вообще, что кого тут, с чем его едят и все в этом духе. Я понял, идея хуевая, а, там слишком много бандитов. Давай, дядя, блядь, до связи. Ага, разбежался. Ой, о, блядь. Мы в говне чат. Я-то думал, это мне серьезно кругаля придется сейчас наебинить. Я, кстати, куда-то сейчас, блядь, зарулил в хуйню. Ебать, гениально. Да блядь.
сука, как же я охуенно на опережение луплю по нему. Вот это я, конечно, блядь, кругаля навернул, нихуёво, скажу я вам. Ой, что-то я рано сошел. Здорово. Выглядит красиво. Мужик, как дела? Hey. Эй, ты. Ты же недавно здесь, да? Тебе прислали, тебя прислали на нас работать? Видимо, ты... Мне нужно кое-что вон из всех башен. Да не переживай, это не бесплатно. Я тебе даже заплачу, я же щедрый. Понимаешь ли, на материке никто и слыхом не слыхивал о горных работах гражданина Уоррена. Он даже про обвал никому не сообщил. С тех пор мы от него ничего не получили. Жилье в ужасном состоянии, а моя зарплата при моей-то квалификации хуром насмех. А в довершение всего никто из нас, шахтеров, не получил свой договор. Мои работяги это переживут. А вот моя безупречная репутация будет подмощена. Как только выберусь с острова, засужу этого Уоррена. Мне нужны доказательства, что он нарушил контракт. Те бумаги как раз подойдут. Он хранит все свои бумаги на самом верху этих башен. Не буду объяснять, как я догадался. Ты вряд ли поймешь. Проблема в том, что он построил эти башни задолго до начала нашей работы здесь, и теперь они сыпятся на глазах. Я бы и сам туда забрался. Но раз уж ты здесь, иди разузнай, что там да как. В награду я выдам тебе немного своего лишнего хлама, но не стоит благодарности. Опа, кто-то вмер здесь, судя по всему. Так, how to попасть in this house? Паркур, паркур. Новое движение, путь самовыражения, достойно уважения. Дальше слов не знаю, но их учей с ним. Так, а чё, а где, а как? Опа, заебись. Я не туда прыгнул? Класс. Подожди, а чё в смысле? Так, надо подумать. Думай, Сергей. Тебе есть чем думать? Угу. Или нечем? Пока непонятно. Опа, лаймовая краска. Так. И вы хотите, чтобы я прыгнул туда? Да как нехуй. Ладно. Записочка. Начать работу по добыче оказалось сложнее, чем планировалось. Дело не только в стоимости, но и в логистике строительства, доставке припасов к основным местам раскопок. Если мы хотим избежать банкротства, нужно как можно быстрее найти золото. А не найти golden. Golden slitks. Получен важный предмет. Чтобы завершить задание, вернитесь к Рунни. Я, блядь, я как нахуй вернусь? Ну как ловко у тебя получилось забраться на эти башни? Ты словно мартышка. Ну вот теперь я доволен бумагой у меня. Надержи свой бесценный хлам, только не трать все сразу. 51. А что за ключ? От шахты. Небольшой золотой ключ от заброшенной северной шахты. Так, значит что? Отправляемся получить... Опачки. Нихуя себе. Вот это повезло. Так, ну лучше, наверное, на поезд вернуться сначала. Ой, не нравится мне этот цвет поезда, надо срочно перекрасить в лаймовый. Ой, бать, другое дело. А, получается, раз, два, три, четыре. Еще четыре краски можно где-то налутать. С первого раза чекайте. Раз.
два, три. С первого раза чекайте. Раз. Блять. Смотри, сейчас открою быстро. Я ж, блять, говорил. Я не понимаю, что эта матрица делает в лесу. Я не понимаю, кто ее здесь оставил. Я не понимаю, зачем Уоррен приставил меня к ней. Похоже, чтобы я присматривал за этим своевольными ребятами, которые хотят нас поубивать. Мы просто исполняем приказы, они навлекают на себя опасность лишь потому, что не хотят работать с нами. Те еще трусы, я считаю. Здесь какой-то дом? Или мне показалось? Рип Уоррен Л. Дед Бай Чарльз. Понятно. На с кем кого породил, того и, от того и умер. Так, получается, что получается? Получается, что вот, что получается, то и... Опа, нахуй, все пропало только что с карты. Я так... Интересно. Крайне. Такое впечатление, как будто на определенных только расстояниях что-то появляется, что-то пропадает. Сегодня настроение зеленый цвет. Хибарь, ловите меня! Ловите меня с севера! О, поймали, спасибо. А вот и Архивариус, собственной персоной. Пол доверил мне на хранение ключа от одной из шахт с яйцом, но прежде чем я его отдам тебе, послушай вот что. На острове есть древнее святилище, что-то вроде пирамиды со странной призмой на вершине. Похоже, призма создана с единственной целью — уничтожать яйца чудовища. В ней есть три отверстия, в которые идеально входят эти яйца. Когда призма полностью загружена яйцами, в ней образуется мощный луч энергии, исходящий, скорее всего, от самих яиц. Бунтовщики надеются, что это выманит Чарльза на бой, ведь ему нужно защищать яйца. А теперь очень важная информация. Чарльз способен поглощать энергию от взрыва. От нее он становится сильнее и свирепее. Мы видели это однажды, и в этот раз он может стать еще опаснее. Но не мне тебя отговаривать. Как бы там ни было, вот ключ от шахты. Как только добудешь все три яйца и ключ к святилищу, у нас появится шанс покончить с этим кошмаром. Вчера на собрании Грег изложил нам свою смехотворную теорию о том, что Уоррен собирается захватить мир с помощью этих пауков-поездов. Я работал в том храме, и меня это ничуть не убедило. Чарльз напал на нас в первый раз, когда призма вытягивала энергию из очередной порции яиц. Мало того, что при виде уничтожаемых яиц... Нихуя себе, блять! Я сам охуел. Мало того, что при виде уничтожаемых яиц он сражался как бешеный, он еще и стал в два раза больше, как будто вытягивая из них энергию. Прямо у нас на глазах он стал крупнее и сильнее, а его лицо, точнее морда, стало еще уродливее. Те, кто выжил тогда, и предположить не могли, что увидят такое. Именно тогда Уоррен спрятал яйца и приказал нам защищать их. Именно тогда он начал эвакуировать людей. И именно тогда все покатилось к чертям. Не сомневаюсь, что у Уоррена есть пара скелетов в шкафу, но я не могу отбросить мысль, что теперь он, возможно, охотится на нас. Какие страсти, мордасти. Зайти к вам нельзя домой, я понял. Это чё, блять, за нахер? Ну что, прибыл-таки в наши края легендарный охотник. Мой усопший муж собрал пушку для борьбы с Чарльзом, но головорезы Уоррена украли стволы и спрятали их у себя в лагере. Боб был таким смелым, даже посмелее тебя. Если возьмешь те запчасти, что у меня есть, и вернешь остальные, то можно собрать оружие и использовать его против Чарльза. Ты ведь мне сделаешь одолжение, а? Если оно тебе пригодится, назови его Бобом в честь моего милого. А ты чё, чипированная, что ли? Или чё это такое? А, ебать. А я чё, чипированная получается, да, бабусь? Ебать, это красиво, но чипированная. А куда он пропал? Подожди. Разобранный Боб. Деталь разобранного оружия Боб. Чтобы использовать его, найдите остальные украденные детали. Ну теперь-то понятно, куда и как и нахуя. Ладно, давай мы сначала сгоняем уж сюда. Раз уж мы, типа, рядом находимся здесь. Логично. Фак логик. Привет.
Да ёбаный ты, блядь. Гражданину Реверендо. Служба сегодня была очень вдохновенной. Что важно в такие темные времена. Хорошо продуманная и очень правильная. Думаю, весь приход со мной согласится. Мы ценим вашу непоколебимую веру, скорбя о наших погибших братьях и сестрах. Черная краска. Описание службы. Бог очень-очень недоволен, мне кажется. Чарльз есть дьявол? Вероятность 96%. Не высовываться. Паук против змеи. По идее, у пауков больше лап. Бог всегда побеждает. По идее. Нужно принести кого-то в жертву. Спросить добровольцев. Плакать можно, но недолго. Завершающая молитва. Вымыть полы. Так, отправимся, получается, сюда. А, стоп. Блядь, Чарльза слышу. Аранариум, муниципальный билдинг. Как-то очень пафосно, у меня же даже FPS просел. Заметки со встречи бунтовщиков. Я обсудил со всеми наш последний план сражения. Возражений ни у кого нет. Все знают, что делать, и направят пути в нужную сторону. Как только настанет время, все, что нужно делать Архивариусу, лупить по зверюге со всех стволов, не подставляясь, и отыскать его самую слабую точку. Отец должен вернуться с охотником через пару дней, и мы сразу передадим им все ключи и собранные припасы. Мы никогда не желали зла ни Уоррену, ни остальным шахтерам, но слишком уж долго он выкручивал нам руки. Мы уничтожим Чарльза. И Уоррен нас не остановит. Туда его нахуй. И его тоже туда. Обоих туда нахуй. Правильно, правильно. Будут знать, как народ шугать. О, там какой-то чел. Стоит, чилит, пердит, ждет. Журнал засада, день 3, номер... Ой, место номер 4. Я несколько дней расставлял ловушки вокруг этого места, но Чарльз так и не пересек старый деревянный мост. Похоже, тварь достаточно сообразительна и понимает, что там опасно. Но если выманить и разозлить его... Он, скорее всего, погонится за обидчиком через этот мост. И тогда бум! Подорвем бомбу Джона, и Чарльз полетит прямо вниз, в каньон. Если от взрыва не сдохнет, то уж точно разобьется. Ты тот самый Архивариус, о котором говорил отец? Хотя мне жаль, что он решил остаться на материке, а не вернулся с тобой. Нет, мы, конечно, ценим твою помощь, но и он мог бы прийти на подмогу. Если ты еще не знаешь... то Уоррен, начальник местных шахт, защищает опасные яйца монстров. Это может очень плохо кончиться. Наш основной план — выманить Чарльза на бой и уничтожить его. Тут нам должна помочь идеальная ловушка, которую мы сами разработали. Установи эту взрывчатку на каждой опоре деревянного моста, а потом возвращайся ко мне. Хорошо. О, заебись. Проект по сносу требуется. Установите взрывчатку на 8 опор моста. Я так полагаю, пока я буду устанавливать, меня попытается скушать с Чарльза или что? Блять, чуть не умер. Умер. Раз. Два. Три. Ёбаный четыре. Рот этого казино, блять. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Чтобы завершить задание, вернитесь к Полу. Ща я, блядь, как нахуй вернусь к Полу, охуеет. Ну шо, дядя? Это самый высокий и самый непрочный мост на острове. Если мы подобьем на нем Чарльза, он рассыплется на кусочки. Я буду ждать сигнала подорвать заряды, но вот выманить его на бой уже твоя задача. Вот, возьми. Это ключ к храму. Как только все будет готово, можешь врываться в храм. Тебя ждет великая битва. Получено достижение. Disfunction Project. А мне вообще типа важно ему урон наносить через этот мост или как-то что-то где-то? Вопрос такой, знаете, интересный на засыпочку, на присыпочку. Новая задача. Тайны северной шахты. Ну, угу. Ладно, я пойду тогда сразу в шахту пихуй. 90 метров до нее все равно бежать. Блять. Так, ну тут есть где спрятать. Чилики ходят. Надо быть аккуратнее. Так, моя задача. Просто спиздить яйцо и свалить. Я это уже делал. Так что в целом, ничего, ничего как бы сложного. Я так полагаю, мне туда, да? Или нет? Непонятно.
Что, блядь, происходит? Следи, чтобы никто... Бу. А, блядь. Последил, получается. Блядь. Просто... Я тебе сейчас ебало начищу. Начистите ему все ебало, пожалуйста. Ты не кричи, я громко крикнул. Следи, чтобы никто не подходил к яйцу. Увидел кого-то постороннего, стреляй без предупреждения, нам нельзя рисковать. Как только он выведется, пристрели его и принеси тело мне. Николай, спасибо тебе большое. Это было неожиданно, пиздец. You're in the wrong place, my friend. Пошел нахуй, пожалуйста. Блять, о, нихуя. Ладно, что ж. Блять. Нахуй сюда пришел? Блять, дядя, я хочу жить, 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 еще раз. Дядя, я живу жизнь, нахуй. Гандон. Это вот эта хуйня была сейчас страшнее, чем, блядь. Так, ну надо как-то поаккуратнее. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Молодец. Мне вообще похуй, мне вообще похуй. Даже дверь открыта. Вообще похую. Вообще похуй, абсолютно. Ты наёбер, сука. Я один раз на эту хуйню повёлся. Иди ты нахуй, наёбер. Как же, блять, он старается за мной добежать, чел. До связи, лохушка ебана. Давай телепортируйся, блядь, бабка ебаная. Ебать, это салют в честь вас. Я, пожалуй, здесь съебусь со своего поезда. У меня есть интересные планы. Вот хочу, блядь, невероятно сильно пробежать 300 метров по полю. А как вообще? Вот там стоял, получается, сундук. Как его можно было открыть, если рядом с этим сундуком находился чел? Понятия не имею. Так, чей rest in peace у нас тут? Фрэнк. Физер. Или что-то такое. Блять. Чел, съебни, а. Ой, нет, мне надо съебывать. Фрэнк Фишер. Пошел в очко, чел. Дупло. Так, чел больше не бежит, а я не вижу, блядь, поезд. Пипец. Так, мне, соответственно, что? Вот сюда каким-то чудом надо попасть. Я, правда, не знаю, куда меня сейчас этот железнодорожный путь приведет. Надеюсь, что направо. Ёбаная ёбань. Ладно. Я пока поеду. Сейчас подойду. Так, а я лишнего не проехал? О, ебать, это что-то вообще долгий путь какой-то. Серега, на тебя напали. Блять! Нихуя себе.
Вот это охуенчик. Сработано. Все, хана Сереге помянем. Все нормально. Еще на три краски у меня тут. Голубой вагончик катится. Блять, куда, дядя? Подожди, блять. Челнору, верните детали, закончите сборку. Блять, это будет сложно. Но можно. Я правда не знаю, где находится то, что мне нужно. И сколько тут челов. Это что, блять? А это ли не рожа паровоза? Блять! Где, блядь, эта хуйня может быть, я понятия не имею. Что? Это... Погоди, я чё, блядь, их могу разъебать? Да как нехуй тогда? Лол. Серьезно? Так это же вообще охуенно. Я-то просто знать не знал, что их можно разъебать. Так, а с них что-то можно залутать, кек? Найс. Найс. Вот подобрать бы, конечно. Оружие? Еба, здорово. Вот этот ствол бы я, конечно, подобрал бы. Ключ какой-то подобрал. А какой ключ? ХЗ. К руинам на горе. Небольшой золотой ключ. Ключ пассажиров. Пойди, блять, разбери. Оружие надо все равно найти, так? Пока что мне не удалось это сделать. Но это где-то здесь должно быть. Судя по заданию. Это должно быть в их лагере. А, подожди, это, наверное, от этого дома ключ. Ебать. Получен боб. Я не пищу, так написано. Так, сейчас установим боба. Кайфанем, чипади. Урон. Дальнебойность. Замедление. Скорострельность. Что это такое? Это какая-то мразь, блядь. Просто какая-то мразь. Съебну-ка я. Так, два квеста, судя по всему, осталось. Шахта или гробница. Банда защищает яйцо и ведет какие-то непонятные работы у обваливающейся шахты. Завершить. Призовите Чарльза с помощью яиц и покончите с ним раз и навсегда. А куда я, блядь, поехал? Пизда. Ладно, придется тормознуть здесь. Тут, понимаете, не на всех местах можно поворачивать. Вот в чем дело. Поэтому отсюда я, например, пойду пешком. Но тут недалеко. Так, все, пихуй. Что за Штоунхенджи? Челиксов тут нет. Вроде бы слышно какие-то голоса, или мне кажется. Мне, судя по всему, кажется.
Блять, это хуёво, что я выбрал неправильный путь. Я. Пока, логи ёбаные. Я надеюсь, они не соберутся сюда приехать. Ладно, я подожду, пока ХП восстановится. А, да? Пошел нахуй. Походу, я сейчас пойду. А яичко-то настоящее? Блять, тупик. Мне пизда? Пизда почти. До связи, лохушка. Я с того света просто выехал. Блять. Нихуя себе. Я не понимаю, где мой поезд, блять, куда я бегу? Это что вообще за место, нахуй? Не надеюсь, тут никого нет. Мужики, здорово. Где мы? Что мы? Я не понимаю, блять. А ты все еще за мной, а ХП в говне. Так, если метка там, то где-то с той стороны должен быть поезд, судя по всему. Бля, чел, ты ёбнись. Я не буду открывать карту, потому что это займет очень много времени. Да, я иду в нужном направлении. Заебясь. Пошел ты. Так, подожди, я же в правильном направлении. Выкуси, лох. Кекпай, have a fun, как говорится. Настроение черное. Было пару секунд. Теперь настроение другое. От бани хоббица ты можешь только от стреляющих. Да как-то в целом вообще ни от кого не от бани хопился сейчас. Это что, дыра в карте, блять, или что? Забавно. Автомат Томпсона на паровозике? Нет, там какой-то этот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, подожди, меня-то, блядь, забыл. Ну вот, что, собственно, у нас... Это не похоже на автомат Томпсона. Это похоже на автомат Томаса. Так, здесь слишком много челов, блин. Так. Мы подходим к этой призме. Вставляем три яйца. Алло, Трия говорит, ты можешь челов загреть и привести к поясу? А там, думаю, ты понял. Я думал об этом сейчас. Ну пихуй. У меня тут нечто охуенное. Прочь от святилища, чужак. Ты не понимаешь, что творишь. А теперь медленно, аккуратно положи яйцо на землю. Слишком много людей пострадает из-за этого вашего плана. Он
Давай телепортируйся, блядь, бабка ебана. Гаденыш, блядь, выглядит, блядь, я старый жился. Иди нахуй отсюда, блядь. Это, блядь, лучшая инди-игра за последнее время, пиздец. Гэвин Айсбенс, ты ёбаный гений, пиздец. Просто она охуенная. Просто не она, пиздатая. Ебать, наркоманская игруха. Не, ну она приколдесная, сиглы. Была бы она на ТГА, блядь, да, она бы захватила какую-нибудь премию, я, блядь, более чем уверен. Не, слушайте, игруха прям реально сочная. 3.5 часа заняло прохождение этого шедевра. Не, ну я кайфанул. Ебать, сцена... Ты, блин, начал въебала, блядь. Сцена после титров. Это яйцо еще одно? Блядь, по-любому это яйцо, и сейчас из него кто-то вылупится. Реальное яйцо. Намек на сиквел? Сука. Мне что-то подсказывает, что нас наебали. Абсолютно верно. Как красиво, а? Вы посмотрите. Подожди, это все яйца? Нихуя, я думал, это светлячки, а это яйца, блядь.